Белые банты, кажется, вот-вот взлетят в небо вслед за воздушными шарами с желаниями первоклашек. Нарядные и особенно торжественные на празднике открытия нового учебного года. В новой школьной форме первоклассники будто вошли в новый образ – серьезных маленьких людей. Разделяют торжественный момент с мальчишками и девчонками родители и бабушки. Жалко, немножко плакали. Первый класс провожает. Внучку единственную в первый класс. Лариса Леницкая провожает внука. Настроение прямо противоположное. Прекрасно. В очередной раз прекрасное настроение. Провожаем среднего внука в первый класс. Нет, не жалко. Он у меня, как он говорит, я самый умный. Мы говорим, ну и будь умным всю жизнь. И с таким же настроением и удовольствием бабушка первоклассников вспоминает свой первый звонок. Конечно, помню. Я рождена в Геленджике. И первый звонок был, знаете, в то время погода была более жарче, чем сейчас. Белый фартук, коричневое платьице и огромный букет с георгин. На торжественной линейке все по традиции. Школьный вальс, самые трогательные подарки, напутственные слова выпускников первоклашкам и час потехи перед большим и ответственным делом – учебным годом. Сохранил в памяти самые яркие воспоминания о своем первом звонке Егор Седых. В этом году семиклассник школы номер 7. Помню нашу первую учительницу, помню, как мы ходили почетный круг, как нас встречали. В этом году 36 учебных заведений приняли более 19 тысяч учащихся, школьников и гимназистов. Из них 2141 пошли в первый класс. Для них в первую очередь прозвенел первый школьный звонок, зовущий на первый урок.